Несколько изданий религиозной литературы признаны экстремистскими. Об этом сегодня сообщили в Староаркинском районном акимате Астаны. Что же встревожило экспертов и чем грозит чтение запрещенных книг? Об этом в материале Гульнара Хасан. Призванные для великого поручения, достойные ответы, делить свои веры с мусульманами, история христианства Центральной Азии в Казахстане. Эта литература признана экстремистской по решению Есильского районного суда Астаны. Все эти книги имеют признаки возбуждения национальной религиозной вражды, розни, высказывания которых имеет место формирования и подкрепления негативного образа либо христианства, либо ислама. Напечатаны книги, в частности, в типографиях. Они завезены из-за рубежа. Выпущены около 10 лет назад. А книга «Делись своей верой с мусульманами» вообще в 88 году. Издания нередко перепечатываются, отмечают эксперты. Тем не менее, их содержание проверяется вновь. Всю литературу, которая перепечатывается, каким бы годом она ни датировалась, с тем же самым автором, с тем же самым названием, с количеством страниц, мы все равно будем проводить экспертизу. На встрече с представителями религиозных объединений эксперты, сотрудники Комитета по делам религии и прокуратуры предупредили, отныне хранить, завозить и распространять эту литературу запрещено. Штраф за нарушение 50 МРП для граждан, 200 для организаций. Гульнара Хасан, Амирбек Изимов, 24 KZ, Астана.